Всем привет! Давно мы с вами не виделись. Сегодня мы собрались по поводу обещанного розыгрыша, который я обещал провести на очередную круглую цифру, на очередную круглую отметку, которая не так давно перешагнул мой канал в 10 тысяч подписчиков. В прошлый раз мы разыгрывали с вами M-Style и стилет от Страйкарта под тюльпаны. В этот раз будем разыгрывать кастет. Гранатомет кастет. Также под тюльпаны, также от Страйкарта. Что же из себя он представляет? Это тот самый кастет, который был у меня вот в этом вот видеоролике. Ну и, собственно, больше я им особо и не пользовался. Отлично подойдет на какой-нибудь Stalker Strike, где разрешены гранатомет. Ну и в целом подойдет каким-нибудь реконструкторам, моделистам российской стороны. Вот эту штучку надо немножко подгибать, а то выщелкивает. Ну, вы все видели. Комплект. Гранатомет, кастет, коробка, ну и зарядное устройство. Все новое, попользованное мною один, можно сказать, что один раз на съемках видеоролика. Что же нам нужно сделать для участия в конкурсе? Для участия в конкурсе необходимо, как и в прошлый раз, задонатить 500 рублей. То есть участвовать в конкурсе будут только те, кто направил денежку по ссылке, которая будет прикреплена к этому видео. Но многие из вас эту процедуру уже проходили. И повторюсь, как и в прошлый раз, все деньги, полученные, вырученные от этого конкурса, будут направлены на поддержку наших ребят и на закупку того или иного необходимого снаряжения. Ну, либо я там сам куплю какое-то снаряжение, либо я эти деньги аккумулирую и отправлю какому-нибудь гуманитарщику. Ну, естественно, как и в прошлый раз, я отчитаюсь, куда были потрачены деньги, все до копейки. Общаясь с подписчиками в чатике, они мне подкинули такую идею. Повторюсь, для участия в конкурсе нужно задонатить 500 рублей. А если задонатить два раза по 500 рублей, то, получается, можно увеличить свои шансы. Поэтому, кто хочет увеличить свои шансы, ну или просто побольше, да, закинуть денег и поддержать наших ребят, welcome. Но есть еще один момент. В прошлый раз, когда проводили конкурс со стилетом, был такой момент. В подписи, когда вы пишете свое имя, там, например, пишут Алексей. Какой Алексей? А есть ли Алексеев 5? Как мне потом найти? Вот. В прошлый раз выиграл как раз Алексей. Вот. Алексеев было, по-моему, 3. Вот. Но нашли нужного Алексея и вручили ему подарок. Фотоотчет тоже был. Поэтому, когда донатите, подписывайте себя как-то, ну, не знаю, там, с именем, фамилией, ну, кто там не хочет палить, да, там, ее фамилию, ну, какой-то позывной, но только, чтобы я потом мог определить, что это действительно вы. Ну, и сохраняйте там тот самый чек, который у вас останется после доната, да, чтобы потом подтвердить, что это действительно вы. Вот, конкурс я обещал объявить 1 декабря, если честно, я вообще о нем забыл, вот сейчас записываю его в спешке. 1 декабря у нас сегодня, закончим мы конкурс 30 декабря, это будет пятница, ну и так скажем, такой предновогодний итоги, предновогодний кому-то будет, ну, почти подарок, да, купить гранатомет за 500 рублей, ну, довольно-таки неплохо. Ну, вероятность того, что как бы вы его купите, ну, не скажу, что мала, но это будет зависеть от количества участников. Если участник будет один, этот конкурс все равно будет проведен. Ну и, собственно, один участник
получит кастет за 500 рублей. В прошлый раз участников было, по-моему, ну, что-то человек 20. Вот. То есть шанс получить гранатомет был 1 к 20. Вот, такие вот дела. Вроде на этом все. А, отправка. Только по России. За границу я отправлять никуда не буду. Предупреждаю сразу. Но если вы направите мне денег, спасибо, но отправлять гранатомет я никуда не буду. Забирайте сами. По России отправлю, но за счет победителя, наверное. Ну да, за счет победителя. Такие дела. Теперь точно все. Всем спасибо. Желаю удачи.